Основным условием допуска в финал стало участие команды не менее чем в трех этапах зимней серии. Всего в рамках проекта состоялось 6 отборочных регат. Новый год ознаменовался ростом числа команд во всех этапах зимней серии. В финале приняли участие рекордные 16 команд из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Сочи, Туапсе и Таганрога. Победу одержал экипаж Валерии Коваленко «Арт-Тьюб Рус-1». Вторыми финальную регату завершили их смены «Навигатор Сейлинг Тим» во главе с Игорем Рытовым. Первый день экипажу, правда, не удался, но это не помешало спортсменам отлично отгонять 2 оставшихся дня. На третьем месте коллектив «Фаербол», на руле которого в финале был Юрий Морозов. Буквально через 2,5 недели Сочи снова станет столицей парусного спорта России. В центре города акваторию разукрасят паруса Национальной парусной лиги. С 23 по 25 марта на старт выйдут участники высшего дивизиона, а с 30 марта по 1 апреля – премьер-дивизиона.